Да, вы со мной были нечестны. Вы предали меня, и, может, статься, не стоило бы вовсе разбираться, нужны вы мне или больше не нужны. Нет, я не жажду никакой расплаты, и как не жгут минувшего следы, будь предо мной вы только виноваты, то это было б пол еще беды. Но вы с душой нечистую своей всего скорее даже не увидели, что вслед за мною ни за что обидели совсем для вас неведомых людей. Всех тех, кому я после встречи с вами, как может быть они хороши, отвечу не сердечными словами, а горьким недоверием души.